Дюссельдорф. В семье известного немецкого композитора эпохи романтизма, представителя золотой молодежи того времени Роберта Шумана и его не менее талантливой жены композитора и пианистки Клары, появляется незнакомый юноша и играет произведение собственного сочинения из дневника жены Шумана Клары. Этот месяц принес нам поразительное явление в лице 20-летнего композитора Брамса из Гамбурга. Это тот, кого послал нам Бог. Он играл нам свои сонаты, скерцо и другие пьесы, всюду изобилие фантазии, искренность чувства, мастерское владение формой. Роберт считает, что он ничему не мог бы его научить, что он должен идти дальше своим самостоятельным путем. То, что он нам играл, написано с таким мастерством, что невольно думаешь, этого человека Господь Бог создал уже в совершенно законченном виде. Для 20-летнего Брамса в эти дни определилась вся жизнь. Выполнить шумановское предназначение, оправдать доверие божественного художника стало ее смыслом.